что он. Мы там еще приготовили. Мы еще приготовили там маленькую. Это масло подсолнечное, так называемое салатное. Но только рафинированный остался запах, и гринпинс. Да. И, в принципе, база. Спрос на наше масло есть. Качество нашего масла хорошее, потому что наше масло вроде бы и так это... Который, в принципе, как он является одним из основных, но по качеству масла. 50 градусов входит где-то 30 градусов, входит 90 градусов, на первом этаже. Стоит... Значит, после того, как приезжали специалисты с Украины, они немножко присутствовали. Понимаете, да? Здесь у нас служба. Вы знаете, это много, но качество, да. Значит, мы можем разрешаться. Ребята, я вам на Пасху и на Рождество. Спасибо.